Ванга назвала знаки зодиака, которые могут стать богатыми осенью 2024 года. Великая провидица утверждает, что осень 2024 года станет интересным временем. Представители 5 знаков зодиака имеют вполне реальные шансы разбогатеть и добиться успеха. Так давайте узнаем, кто эти везунчики. Только перед просмотром поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы начинаем. Первый знак Дева. Вы давно хотели реализовать свои заветные мечты. Вам хотелось выбрать такую профессию, которая бы одновременно вам очень нравилась и приносила большие деньги. Осенью у вас будет шанс найти именно то, что вы искали. Теперь вам не нужно думать о том, что вы работаете не по призванию. Вы откроете для себя принципиально новые возможности. Вы не должны погружаться в страхи и сомнения. Прежде всего, ваш успех зависит от постановки цели. Второй знак – Козерог. Удивительно, но ваши мечты начнут сбываться. Вы приближаетесь к желаемому уровню дохода. Вы вышли на такой путь, благодаря своим правильным и продуманным действиям. Финансовое положение будет не просто стабильным. Вы сможете приобретать то, что вам действительно нравится. Теперь вы сможете строить свою жизнь так, как вам хочется. В вашем окружении появятся очень интересные и даже влиятельные люди. Третий знак – Весы. У вас не было ни уверенности в себе, ни в благополучном будущем. Осенью ваши иллюзии развеются. Вы поймете, что мир шире, чем вы думали. Вас ждет море новых впечатлений. Богатство придет к вам неожиданно. Теперь вы можете тратить деньги так, как вы хотели. Не забывайте об отдыхе после усердного труда. Четвертый знак – Стрелец. Раньше вы вели себя самоотверженно и решительно. Теперь вам просто остается пожинать плоды своих трудов. Вы можете неплохо заработать в этот период. Будьте уверенными в себе и смелыми. Достигли одной цели, идите к новой. Не стойте на месте, не допускайте застоя в своей жизни. Пятый знак – Лев. Осень будет очень интересным и удачным временем. Вас ждет головокружительный успех на работе. Вы можете заслужить повышение в результате реализации большого проекта. Возможно, вам предложат сотрудничество влиятельные люди. Не бойтесь рисковать. У вас есть большой шанс выиграть деньги.